С 21 февраля по 6 марта в Федеральном детском центре «Смена» необычный заезд, который получил название «Наследники славы». Первый такой заезд состоялся в год открытия центра в 1985 году, когда в Сукко прибыли делегации из всех городов-героев и городов трудовой славы Советского Союза. И вот «Смена» решила восстановить традицию. За это время в стране появилось 40 городов воинской славы и осталось 7 городов-героев. Кстати, «Смена» имеет непосредственное отношение к присвоению нашему городу почетного звания. Это не только аллея героев, но и 5 книг авторства краеведа Валерия Валиева, руководителя музея Федерального детского центра «Смена». Президентская комиссия была в нашем музее здесь, была на нашей аллее славы, и, в общем-то, они были довольны и поняли, что здесь проводятся серьезные дела. В будущем обязательно сделаем не только всероссийский слет городов воинской славы, городов-героев, но и международный слет, потому что помимо наших городов, есть 8 городов-героев Югославии. В прошлом году Бендеры в Молдавии был объявлен решением их руководства городом воинской славы. И 2 города в Абхазии, Гадаут, еще один город. Ну, естественно, Украина, Белоруссия. Мы решили сделать всероссийское движение молодежи, городов-героев и воинской славы.